Вот она! Перископ! Поднять перископ! Снежный собряж! Это снегобиба! 34 градуса имеется, парни. Здорово. Привет. Ну что делаем? Ой, мы что только не делаем, ребята. Появилась у нас идея сделать очень крутую вещь. Совсем сильно крутую у нас не получается из-за погодных условий. Но мы решили сделать небольшой чик. Значит, что у нас будет? Здесь, вот смотрите, мы наваливаем снег. Мы утрамбовали здесь такую площадку ногами. А для чего мы наваливаем снег? Для того, чтобы сделать одищу. Игу. Ой. Замутить парабомбу. Запустить такое, которое никто никогда не делал. Вообще просто фаталити, ребят. Не знаю, что получится. Как вообще это будет? Как она на нас рухнет? Это будет просто супер круть. Не знаю, не прошло, мне кажется, и 30 минут. А результат уже вон какой. С лопату размерами. Красота. Что, дело пошло. Дело, да немалое. Куда ты собрался? Я диггер. Метро строим, станция Сокская. Короче, парни, первый раз делаем. Сейчас пробу пера. Слушай, ну пол туловища у тебя зашло. Прикольно вообще, уютненько. Там темно, да? Я тутышки! Я вот все могу здесь уже переночевать. Классно! Блин, тут так тихо, хорошо. Там хоть что-то ветер, шум. А здесь прям вообще как в гробу тишина. Ну так вот, ребята. В полный рост уже сидим. Все, даже могу спину выпрямить. Класс! Вот, все, пацан стоит. Я даже вот своим ростом могу сесть. Все, там переодеться, если что. Это первая наша эта берлога. Кайф, как мы к этому долго шли. Ой, года два. Да. У нас все так трудно. Смотри, 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 что творится. Парни, ну здорово! Привет! Ну что, отморозки в поисках новых ощущений. И найдем таки сегодня. Смотрите, Гошан с бревном. Этот сморкается. Суп варим. Здесь мы суп будем свинину варить. Все деется. А здесь у нас главный наш гвоздь программы. Это снегобиба. Смотрите, здесь мы будем впервые в мире делать баню в сугробе. Ну что, народ, давно мы хотели это сделать. Снегобибу. Это пещера из снега, и мы в ней будем париться. Никто такого никогда не делал. В честь этого делаем собряж. Ну, как вы знаете. Снежный. Снежный собряж. Все готовы? Да. Смотри, покажи, покажи. Вот сюда приземлилась. На вылет. На вылет, парни. Ну все, за вас пьем. Все ради вас, вы знаете. Мы... Так как мы, вас никто не любит, наши подписчики драгоценные. Давайте за вас, братья. И подписчицы. А, кстати, сегодня 23 февраля, и всех мы поздравляем с 23 февраля. Давай, мужики. Ура! Народ, ну так как этот канал Шибарган, то у нас и бутерброды шибарганские. Размером, как вы сами видите, царского. Больше ладошки. Ну давай, за вас. Ну, обычный... день. Ой. Поставили парабомбу. Осталось трубу поставить. Ой, что-то будет, что-то будет. Смотрите, вот так вот раз. А этот снежок куда? Он раз и в топочку, в топочку, в топочку. Ну, давай уже! Вот она! Перископ! Поднять перископ! Воу! Парни, мы это сделали! Кайфуем, отдыхаем, народ.
Блядь! Ё-моё! Какой кайф! Здесь тепло, вы можете себе представить? Здесь реальная баня, здесь тепло, жарко, блин! Я этого вообще не ожидал! Фу, все, пойдем! Ну, народ, давайте договоримся, как мы будем действовать в случае экстренной ситуации. Если все обвалится и нас там завалит. Гошан, что будем делать-то? Ну, я снимаю, я оператор. Я сразу сваливаю МЧС вызывать, потому что тут вообще без полезняк самим выбраться. Договорились! Все. Ой, народ, блин, мне ляжку печет. Ну, смотрите, народ, оказывается, если закрыть вход, то здесь будет действительно тепло. Слушай, а посмотри-ка. А давай-ка весь свет вообще вырубим. О, смотри. Вообще. Крутяк. Народ, вы это видите? Да, видно отлично на камеру. Прям выбрал здесь не кисло. Да, здесь я прям выбрал. От души, от душанства. Смысл в том, что действительно тепло. Вот отсюда вообще жар. Самое главное обтурировать вход и выход, откуда идет теплопотеря. Снизу, со входа, идет прилив холодного воздуха, а вокруг трубы уходит воздух. Ну реально, блин, мы добились этого, это прикольно. Ну самое главное, это возможно, только с парабом. Конечно. Более-менее, вернее, мощная печь не вывезет. Да, вот здесь жара, а спине такая прохлада идет от снега. Как вам? Первый раз в такой баньке. Снегу. Знаешь, первый раз, то, что ты первый в мире такая. Первый в мире такая хрень. Единственная. Правда, снегобиба дольше собирается. Да. На двое суток. Ну реально кайф, пацаны. Кайфуем, отдыхаем, нам хорошо, а вам? Пишите в комментариях, хорошо вам или нет. Нам кайф. Кстати, пока не капает. Мы думали, помнишь, что будет капать? Да, такой мягкий, он уже. Вот когда баню уберете, здесь вообще она будет, мне кажется, до следующей зимы стоит. Ну да, ледяной такой будет, да? Да, замерзнет. 34 градуса имеется, парни. Это только вот в самом верху. Оп! И все деется. Удобно, крепится, короче. Ну прикольно, прикольно, народ, прикольно. Сейчас еще будем водой обливаться из одищи из нашей. Ой, у нас же кипяток готов. Бокалы готовы. Все готово, чтобы отдыхать. Мясо пожарим. Короче, мы... Пифажоры. Ну что, народ? Эти там пока ледяные скульптуры делают. Здесь уже все готово. Здесь уже валит дымок. Нормально все. Парится, распаривается. Просто дикий ад. Здесь жара неимоверная. Здесь у нас и вода греется, и так, кто замерз, заходит греется. Просто нереальная тема. Ну что, народ, готовы париться? По кайфу! Ты покажи, какая у нас пирушка тут намечается. Смотрите, какой мы ад сотворили. Как, брат? Вообще мега. Круто! Вот так вот! Завариваюсь, как... Натуре, братья, как! Ну, где вы такое видели? Только на канале Шибарган.